Знай наши продолжает наблюдать за перемещением акционных ценников по отделам интернет-дискаунтера «Все для дома». Напомним, что «Все для дома» — новый и во многом необычный проект от старейшего и авторитетнейшего магазина города «Центрального универмага». Территория низких цен и площадка выгодных рассрочек. Магазин-конструктор, в котором собрано множество всего, и можно собрать все для дома. От милых, удобных, практичных мелочей до целых интерьеров помещений. Удобная выкладка товара лицом, прекрасная навигация и не просто возможность собрать все для домашнего уюта и функционала, но и сделать это спокойно, не спеша и при помощи квалифицированных специалистов. Здесь можно сочетать и прикидывать, фантазировать и комбинировать, рассматривать и выбирать. Ну, мы-то идем искать акцию, потому что все хорошее всегда хочется купить дешевле. А самое главное, все хорошее всегда можно купить дешевле. И вот она, наша сервированная акция. Вот, смотрим. Этот нарядный стол являет саму суть дискаунтера. И суть эта акционная. Каждый день в каждой группе товаров непременно присутствуют скидки на тот или иной товар. Часто очень приличная скидка. Акция текущей недели на эту очень стильную посуду. Зеленый, голубой, серый, розовый, белый. Снова монохромы, а потому что это тренд, потому что модно, никаких бабочек и цветочков. Идея проста. В однотонной посуде хорошего цвета акцент сдвинуть на еду, делая блюда еще аппетитнее и привлекательнее. А в интерьер кухни такая посуда добавляет сочных акцентов и цветовых пятен. Дизайнеры открыли этот ход давно. Кулинары одобрили, покупатели оценили, а дискаунтер сбросил цену. Минус 15% на этой неделе на любые предметы серии Трабзон, Кайсери и Тегеград. Сложные названия простых, лаконичных, стильных кухонных предметов. Понятное дело, что набор можно собирать как угодно, можно комплектовать, выбирать, сочетать цвета, сочетать формы. У нас есть круглые тарелки, квадратные, треугольные. В общем, как душе будет угодно, акция позволит сочетать выгодно. Тарелки разных объемов, чашки и стаканы, салатники. Стилистически однородные, но каждая со своей персональной фишкой. И все это любимая многими керамика. Симпатичные вещицы, конечно. Понятное дело, акционной керамикой посудно-кухонная тема не ограничивается. Стекло и фарфор, сталь, чугун и все, что нужно для полнокровной жизни кухни, здесь есть. И в вариантах все-таки все для дома. Полезно также будет знать, что акционные товары можно заказать уже сейчас по телефону. А узнать об интернет-дискаунтере больше, познакомиться с ассортиментом, ценами и услугами можно буквально не выходя из дома на сайте дискаунтера. Адрес сети интернет www.discount.by. Заказать и приобрести любой понравившийся товар можно в один клик. Любопытно, что даже если нужного товара на сайте нет, его все равно можно заказать. Просто оставить заявку, а все для дома найдет, привезет и позвонит. Такой вот удобный сервис. Напомним также о беспроцентной рассрочке. Она предлагается любому покупателю, чей общий чек набрал 200 рублей. Есть также возможность оформить кредит, практикуется доставка. В общем, хороший, понятный сервис хорошего, понятного магазина. А мы продолжим знакомиться с акционными новинками интернет-дискаунтера «Все для дома» уже в следующем выпуске программы. Как говорится, следите за рекламой. Находится «Все для дома» на бульваре Непокоренных, 26А. На втором этаже торгового центра «Рио». Адрес в интернет www.discount.by. Торгово-гостиничный комплекс «Изумруд» появился в Круглом несколько лет назад и сразу был признан белорусским «Версалем» благодаря бьющим на площади фонтанам и изящной архитектуре. «Изумруд», построенный крупнейшим предприятием района Круглянской ПМК номер 266, для отдыха и лечения зарубежных и белорусских туристов – это современный туристический комплекс, который смело составляет конкуренцию зарубежным СПА-курортам.
торгово-гостиничном комплексе «Изумруд» предусмотрено все для самых взыскательных гостей. 12 номеров, каждый из которых не похож на другой и неповторим по планировке и дизайну. Провести незабываемый вечер можно в ресторане на 80 мест, либо в одном из уютных баров. Боулинг, бильярд и дискоклуб ждут всех желающих активно отдохнуть и хорошо развлечься. Изюминкой торгово-гостиничного комплекса «Изумруд» можно смело считать саун с бассейном и комнатой отдыха. Радует отдыхающих и центр здоровья. Постоянные клиенты центра уже успели на себе почувствовать эффект косметологических процедур с использованием израильских препаратов для молодости и красоты. Езжу сюда уже 2 года. Процедуры очень эффективные, качественные. У меня даже есть с чем сравнивать, то я считаю, что здесь очень профессионально. Центр здоровья – это различные виды массажа, солярий, спа-капсула, соляная пещера и множество других приятных для души и тела процедур. А собственный стоматологический центр предлагает практически все виды современных услуг по новейшим технологиям. Стоматологическое отделение ПМК-266 занимается эстетическим протезированием зубов пациентов. Мы оказываем все виды ортопедической и стоматологической помощи от самого элементарного и доступного для каждого пациента, так до самых элитного протезирования. Женщины от нас уходят фотомоделями с красивыми зубами и радуются жизни. Материалы последнего поколения, высокое качество и доступные цены делают стоматологический центр очень востребованным у туристов. Поэтому позаботиться о предварительной записи на прием к стоматологу следует заранее. К слову, даже если вы себе выбрали отдых в экотур-комплексе «Николаевские пруды» в 7 километрах от Круглого, стоматологический центр вас доставит трансфер. «Николаевские пруды» – это туристический комплекс, расположенный на берегу озера, что обеспечивает отдыхающих и отличной рыбалкой. К услугам отдыхающих – русская баня и уютные беседки для барбекю и шашлыка, оборудованный пляж, волейбольная площадка и летняя танцплощадка. Любители активного отдыха могут пострелять в тире из пневматического оружия, лука и арбалета. Можно взять на прокат катамаран или лодку, велосипед или карт. На Николаевских прудах построены современные квадро и лыжи-роллерные трассы. Николаевские пруды очень живописны. Территорию украшают вековые дубы, липовая аллея и дом-музей художника Неврева. Большинство продуктов, поступающих в ресторан, рассчитанный на 140 человек, экологически чистые, со своего подсобного хозяйства и пчелопасеки. Гости экотур-комплекса «Николаевские пруды» размещаются в 2 уютных гостиничных корпусах с 2- и 3-местными номерами или в отдельных 2- и 14-местных коттеджах. Всего «Николаевские пруды» могут вместить более 190 отдыхающих, что делает тур-комплекс прекрасным местом для проведения свадеб и других торжеств. Экотур-комплекс «Николаевские пруды» и торгово-гостиничный комплекс «Изумруд» мгновенно покорят ваше сердце и заставят забыть о проблемах и заботах. Стоит провести здесь несколько дней, и вы ощутите прилив сил и энергии. Отдых в Круглом – это европейский уровень и доступные цены. Добро пожаловать!